предварительным данным, 31 октября 2024 года, в 8 часов 10 минут, водитель 1996 года рождения, управляя автомобилем Toyota, двигался по автодороге Калининград-Балтийск со стороны города Калининграда в направлении города Балтийска. На 42-м километре, совершая маневр обгон, выехал в нарушении правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем «Опель», движущимся во встречном направлении под управлением водителя 1994 года рождения. В результате столкновения водители получили телесные повреждения. На месте происшествия работают сотрудники госавтоинспекции. Выясняются все обстоятельства произошедшего. Управляя автомобилем Toyota, двигаясь по дороге Калининград-Балтийск, выехал на встречную полосу через сплошную линию размер. Допустил столкновение с «Опелем», который ехал навстречу. Вину в совершении ДТП признаю, опаздывал на работу.